На днях Совет Федерации на пленарном заседании обсудил ряд налоговых законов. Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович рассказал сенаторам о мерах, которые принимаются правительством по развитию машиностроения и транспортной инфраструктуры. В своем выступлении на эту тему сенатор Вячеслав Штыров обратил внимание коллег на то, что в стране строится железная дорога Биркакит-Томот-Якутск. На нее истрачено 47 миллиардов рублей, осталось 2 миллиарда. Уже 2 года стройка заморожена из-за организационных вопросов, которые касаются агентства железнодорожного транспорта, подрядчиков, заказчиков и так далее. Также им было внесено несколько предложений. Во-первых, по мнению сенатора, вопрос тарифов на электроэнергию требует особого рассмотрения. Далее он предложил рассмотреть вопрос о состоянии авиации, поскольку, несмотря на внешнее улучшение показателей, региональная авиация стагнирует. Кроме того, было предложено обсудить итоги реформы железных дорог. Ну и итоги реформы железных дорог. Там есть много позитивного. Да, правильно говорил Аркадий Владимирович, скорость передвижения груза по дорогам увеличилась. Знаете, со скольки? С 7 км в час до 9. Это так пешеход ходит. Значит, там есть и много проблем. Значит, а в свое время граф Витте говорил, что значение тарифов на железной дороге не меньше, чем значение таможенной и налоговой политики для нашей страны. И это остается актуальным. Там тоже есть чем заниматься.